По поручению главы муниципалитета отопительный сезон в Одинцовском районе стартовал досрочно 25 сентября. Но не все объекты оказались к этому готовы. По состоянию на 3 октября в некоторые дома тепло так и не поступило. Андрей Иванов потребовал от чиновников как можно скорее устранить все проблемы и запустить систему отопления. По всем жалобам, связанным с отоплением, до конца дня сегодня получить от вас подробную информацию, сделано, не сделано, как реагировать, какие сроки, когда там появились сантехники и появились ли вообще, или тепло все-таки дошло само собой каким-то образом. Как борются управляющие компании, частные и наши, с завоздушением стояков, ну и так далее. 21 жалоба по Одинцову, в целом 30 по району. Считаю, что это большое количество. Работа с обращениями жителей в соцсетях и через систему «Добродел» по-прежнему в центре внимания участников оперативного совещания. Глава района подчеркнул, что скорость реагирования на проблемные публикации и формулировка ответов чиновников до сих пор далеки от идеала. Но позитивные сдвиги наметились. Об этом свидетельствует статистика. Хочу подчеркнуть, что мы уверенно взяли эту высоту, так скажем, мы не допускаем просрочек. Спасибо главам всех поселений и профильным заместителям. Начались работы по замене автобусных остановок. На территории района будет установлено 108 объектов. Их оборудуют подсветкой, Wi-Fi и видеокамерами. И дальше будем додавливать и частных собственников дорог, потому что павильоны были такими удобными, качественными, со всеми системами, которые вы сказали, Wi-Fi, видеонаблюдение. В том числе и максимальная безопасность, потому что многие отправляют своих детей в школу на автобусах, на общественном транспорте. Конечно, родители беспокоятся. На город Одинцово придется основная часть остановочных павильонов – всего 91. До конца осени работы по замене остановок на территории муниципалитета планируется полностью завершить. Мария Шматкова, Денис Харламов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».